Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Доложил Дмитрию Анатольевичу о том, как идет реализация указов президента, в частности, о работе, которую мы ведем при поддержке федерального правительства, строительстве детских садов и ликвидации второй смены в школах. Обратился за поддержкой по вопросам ипотечного кредитования в продолжении инициативы, которую недавно озвучил председатель правительства, написал Воробьев в аккаунте социальной сети Instagram. 24 февраля в МАЭСК пройдет День предпринимателя. С 9 до 16 часов получить адресные консультации по вопросам подключения к электросетям южного филиала Московская объединенная электросетевая компания можно будет, посетив офис компании по адресу город Подольск, улица Кирова, дом 65. Узнать более подробную информацию, а также осуществить предварительную запись на День предпринимателя можно по телефонам южного филиала, а также по единому номеру светлой линии 8 800 740 70. Многофункциональный центр Ленинского района начал выдавать сертификаты квалифицированной электронной подписи для физических лиц. Для получения электронной подписи жителям города и района необходимо обратиться в многофункциональный центр по адресу город Видное, улица Школьная, дом 77. При себе иметь паспорт, СНИЛС и ИНН. Оператор МФЦ выдаст договор, токен, флешку и инструкцию по генерации КЭП. Стоимость услуги 1400 рублей. До 26 февраля во дворце спорта «Видное» состоится подведение итогов социально-экономического развития Ленинского муниципального района за 2015 год. Приглашаются все желающие. Начало мероприятия в 14 часов.